О, веди его наверх, это правильно. Блин, как язык можно глотнуть, ё-моё. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Скромник, Стаканчик, King on Fire, Егор, Абгай. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Всем. Бонзай. Сегодня мы играем очень классную карту, это лабиринт. И давно у нас не было рубрики, аниматроники гоняются за нами. Поэтому, пацаны, я рекомендую немножечко отбежать от них. Давайте зайдем вглубь лабиринта, вот сюда хотя бы, просто через стенку. И я включаю им искусственный интеллект. Давайте посмотрим, побежали. Все. Побежали. Ну что, пацаны, выживить сильнейший. До нового прыжка нету. Ничего нету. Рекомендую держаться вместе. Потому что труп может перегородить проход, и они застрянут. Но, скорее всего, это могут... О, марионетка самая активная. Сейчас это даже немножко стрёмно, когда ты понимаешь, что ты ходишь по лабиринту. Вот говно, они уже за мной. И они тебя могут завалить в любой момент. Видели, какая скорость у них бешеная? Я боюсь, что они меня сейчас догонят. Хоть бы не на меня, хоть бы не на меня. Ребята, это очень стрёмный момент. Ну что ты, Кончитовская? Так, я думал, будет подольше. Я буду дольше держаться, но что-то пошло не так. Давайте просто вот летим вот сюда вот. Любую часть карты в середине лабиринта. Ух ты, уже? Я летел, 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 прям в середине карты меня замочило. Пацаны, а вы где? Я возле башенки. О, я тоже иду. Я тоже иду на башню. Мейнфорт. Я в башне. Беги, Димка. Я тоже, пацаны, подхожу к ним. Я тоже иду. Но если они мне дадут этого сделать, потому что вы же знаете, что они очень хорошо ориентируются в лабиринте. Ой, за кем-то уже бегут. Ты хоть меня не пугай, это не я? Марионетка идет. В башне. Ой, сейчас кого-то марионетка убьет, видимо. А, не пугай меня, я думал, это я. Поднимайся на башню фиолетовым. Ой-ой-ой. Да пожалуйста, не говорите так. Ой-ой-ой-ой-ой, не говори. Я боюсь. Ты к нам поднимается. Так как ой-ой-ой-ой. За мной бегут. Так, я приближаюсь к башне. Обидно будет, что я когда возле башни будет, они меня замочат. И придется идти заново. Фиолетовый парень сзади чел. Да не говори так. А, блин! Мама! Мамочка, блин! Что ж такое-то, а? Пацаны, я к вам прилечу, потому что, мне кажется, так более интереснее будет. Бежать полдня опять к лабиринту? Смейся, смейся! Где? О! Води, води! Тебе еще минут 10 хотя бы до конца ролика. Поводишь его так? А если он на меня переключится? Я, короче, пока спущусь. Ты там общайся с ним. Эй, зачем ты его ведешь за мной? Ну что ты за человек? А я могу так вот как-то прыгнуть и разбиться. Ну что ты? Ну не надо! Ну не надо его сюда вести. О, веди его наверх, это правильно. Блин, как язык можно глотнуть. Ё-моё. Вот это стрёмно получилось. Ну мне нравится, это самое... Интересно, такой ролик получится, серия получится, потому что они реально жестко нас щимят. За мной бежит Чика, марионетка и... Так ты самый... А ты... я с Мегафайром бегу. Самый вкусный игрок у нас. Ай. Так, а я просто буду прогуливаться. Иду себе спокойно, веселюсь, никого не трогаю. Надо быть готовым, что она может в любой момент меня чикнуть. Чикнула. Пацаны, а вы где? Я в тупике. Я бегу к башне. Карта такая, ну, не маленькая. Обычно я думал, что мы будем тут встречаться. Но получилось необычно. Кажись, я в тупике. Я уже в тупике. А, нет, это не тупик. Это не нет. Тупик, это вокруг. Это жесть, что творится. Мясо какое-то творится. Спокойно иду себе, никого не трогаю. Представьте себе, куча марения так поставил. Вот это было б жопа нам. Ой. Мы бы не выжили. Когда, получается, марионетка на меня агрится, у меня ее лицо, да? Да. Ну прощайте! Ну прощайте, что ж еще?
Она такая жесткая, что мне кажется, от нее вообще никак не убежать. Повезло, не повезло. Рядом. Она встала на моем трупе и стоит. Ну, уходи. На бак поднимается. Фиолетовый. Что, она не будет дальше ничего делать? Я так разлегся печально. О, я на островке. А они, получается, выйти с лабиринта не может, да? Нет. Башни. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А, это же ж... Вы же помните, что они не убиваются. Ой, ой. А что, она просто стоит и ничего не делает? Класс, я пошел. Надеюсь, она на меня не переключится. Дима, у нас тут проблема. Хьюстон, у нас проблема, да? Да, у нас тут один жирный аниматроник. Ой, Фредди не может пройти. Не может пройти? Да. Он слишком жирный для этого мира. Его там пройти не может. Так, мы сейчас еще поставим. Я Боньку поставил, Бонька пошел. Давайте посмотрим, куда он пойдет. Пошел, пошел, прям уверен. О, марионетку я видел, он там ходит. Пошел Бонечка. А куда он пойдет? Давайте понаблюдаем. Кого же он замочит? Так, сюда. Оп. Опачки. Отлично. Они хорошо лабиринт знают, прям вообще по феншую. Я Димас вижу. Я тоже вижу тебя. Ты вот там на башне. Да. На. Оно не долетит, на. Скорее. Оно не долетит. Я на стену. А, нет. Ой, ко мне, видимо, Бонни бежит. Я уже Гаррис Поттер наизусть знаю. Докуда шары долетают, точно знаю. Но вот если я сейчас подойду так поближе, то долетит. Давай. На. Ури. Рядом? Да. А, вот так вот. Ой, отскочил от угла, прикольно. Так, а где они вообще ходят, все эти? Они тут наверху. О, убил, ты что, попал так четко? Ого, трупейшн отлетел. Это марионетка тебя так замочила? Я спрыгнул от Фредди. А! Да что ты, дурак Фреддивный. Беги, Димка, беги. Они так быстро по карте это ориентируются, да? Я не скорее лабиринт, если выход они смогут найти. Он тут один. Хотя это довольно сложно. За мной Фредька бежит! Тут, кажется, еще подземная часть лабиринта есть. Да-да-да, но я туда не рекомендую вам спускаться. Там плохо будет, очень. А интересно, он упадет сюда, если я буду тут стоять? О! Да как? Ах ты скромник, а! Ты взял Фредди вселился или ты взял пилпак? Да. Я ты вселился в него, ну молодец, блин. Знаешь, я так подумал, как-то сильно хорошо он идет и прям наизусть все знает. Ну хитрый жук. Так, а кто у нас тут телепортируется? Телепается. Так. Ребята, напишите в комментариях, каких аниматроников нам в следующий раз поставить для лабиринта. Мне кажется, можно что-то более жестче или скачать каких-то прикольных. У нас есть аниматроники, но они никак не NPC, а в пилпаке идут. Так, так, так. Просто фиолетовый походим. Челик. А где фиолетовый челик? На башне. Давайте я сейчас поставлю куча фиолетовых челиков. Нет, на башне. Хотите веселья? Не ставит. Будет опасно. А, не, не бойся, я так 100 раз сделал. Ребята, делаем для вас веселье. Я вот тут постою. Ого, их много, надо удалить немножко, то я переборщил. Вот так вот. Так, а чё они не спрыгивают? Эх, ты говно, блин, да как? Да ну как? Так, я тут постою. Очень умно себя ведут, я даже думал, что ты настоящий игрок. Что ты, что ты, что ты? Не вылетишь, да? Не хочет спрыгивать, подлец такой. А ну подойди к нему сзади. Эй! Замочи его, он не убивается, кстати. Кто кого, фиолетовый челик тебя выиграл? Смотрите, какой хитрый жук и не хочет... А где он? Упал. Эй, эй, отвали. А, ты этим его не убьешь. Из-за того, что у него ножик очень с замедлением бьет. Смотри. Видишь? 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 А, нет, вот это я уже не вижу. Так, сейчас пока анимация полдня пройдет и ролик кончится.
Опа! Опачки! Опачки! Эй, кто стреляет? А, я вижу кто. Да блин, я упал! А двойного прыжка нету, теперь вообще никак не выбраться. Только на умение. А где фиолетовые челики, вы их видите? Их к вам бегут, они телепортируются вообще. О, это хорошо, мочите их. Прикодировались. Тут только в стене застряли. Ничего, все будет нормально. Да, пацаны? Да. Затащим. Так, подождите, я не так пошел. Не в ту сторону, да, вот так. Так, я иду, надеюсь, я к вам успею добежать. Потому что эти челики прям жестко мочат. Пойдешь к нам. Ты не пройдешь. С пробелом, контрол, пробел, а делай чудеса. А где они? Давайте посчекаем. Я их не вижу. Но я их не удалял, они где-то есть. Бояться, а, вижу, вижу, ой, вижу, там кто-то бежит к нам. Это не NPC. Это обычный игрок. Ну зачем? А, не, вот. Догоняет. Пацаны, он поднимается к нам. Смотрите. Это не скромник? Это скромник. Эй, не пускайте его. По башке его стреляйте все. Мочите, мочите, мочите. Он так может убить, кстати. Мочи, мочи, мочи его. Пошел отсюда, щенок вонючий. Давай, 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 наваливай, наваливай. Ой-ой-ой, что у нас началось. Ребята, все для вас. Как вы любите веселье и много позитива. Что ты? На... Ой, извини, стаканчик, я думал, это скромник. Ой, нет. Это совпадение. Так, возьмем оружечку. Что у нас Идите есть? Идите серьезные игры, да? А что ты нам можешь предложить? Ой, а ты на расстоянии убил? Ах ты читер вонючий. Ой. Так, давайте возьмем оружку. И у нас есть смоук гранат. На. Флешки. Слышишь ты, давай по-честному играй. А, хорошо. Ребята, напишите в комментах, честно играет или нечестно. Я думаю, что нечестно. На расстоянии убивать и я могу. А ты чикни нас. Давайте вот тут на поле битва сделаем. Не в лабиринте, а вот здесь. Слышь, ты меня слепишь, говно. Эй, ничего не вижу. Хорош. Ого, он быстрый. Слышь? Так ты не добежал до меня. Беги, Димка, беги. О, отлично, я буду под водой. Я слышу анимацию, я слышу. Так как ты вообще? Что ты? Кто ты такое? Пацаны, давай достаем оружку, мочим его. На, гори, падла. Не попал. Не попал, я знаю. Черт. На тебе, есть, молодец, Егорка, красава. Что ты уже не такой модный, да? Чилипиздрик. Где он, где он? Ой. На, ого! Слышь ты! Бомбомет! На тебе гранаты! Пацаны, бегите! Ох ты, злодеевич! Ребята, я бомбу заложил! С Counter-Strike! Сейчас посмотрим, что будет, когда она взорвется. Давайте и здесь положим. Чинкс. Бомба не дефьюзится. Все. Все, ты проиграл. Че, не взорвалась? Нет, еще. Еще здесь. Но... Надо в воду, надо в воду. Он сейчас бомбу кинет. А ну кинем в воду бомбу, взорвусь я или нет? Ах ты, блин, а? Ну да. О, взорвалась, смотри, а. Быстрее, Димка. Сейчас умрет все. Ух ты, сальтуху сделали, красиво. Успей, 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 успей. Нет, 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 не надо, мы еще повоюем. Мы должны его замочить. Сейчас начнут эти бомбы с Counter-Strike взрываться. О, первая пошла. Все? Так легко и просто?
Бегите, глупцы, сейчас будут очень много взрывов. Ух ты, три бомбы, да, должно? Три штуки взорваться. Ай. Еще одна. Последние две. Красиво, ого, там горит сильно все. Сейчас еще будет бабах. Ох ты, красота. Ну что, ты берешь робота? Да, 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 да. Так, бери, давай, я сейчас тебе немножко сделаю веселье. Прощайте. Ух, я тебе тоже сюрприз подкинул, ты не ссы? Нет, а нет. Взорвало? 3000 хп, еще 3000 хп. Ого, так, ребята, это не та бомба. Это не та бомба. Ух ты. Я от волны улетаю, ядерной. Да не, такое его не взорвёт. А, не, взорвало. Ну так неинтересно ядерную-то, по сути. У нас и монстры Хендерсона, и роботы, все на куче. Вот у нас очень классная бомба, она мне очень нравится. Ой-ой-ой-ой-ой. Нас ФПС. Нормально? Да. Дима. На тебе, да. 15 FPS. Ну, значит, горизмот уже начинает оптимизированно работать. Не берет. Как это на не берет? 1000 хп, 1000 хп. Как не берет? Улетай, Димка, улетай. Бум. Сейчас ядерная бомба этот активируется. Вот-вот-вот, не ядерная, а вулканическая бомба. Сейчас будет. Улетаем, смотрите, как красиво, на грани этого улетаю, волны самой. Ой, не успел, 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 успел. Ух ты, как красиво. Это четко, мне нравится. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.